Всем привет! Сегодня 21 апреля 2015 года. Зима продолжается. Снегопадище. У бабули сегодня днюха. Надо будет ее поздравить, не забыть. А то какой-то год я даже забыл ее поздравить. Что мне это очень не нравилось даже. Вот. День недели вторник. Мчимся на работу. Утром была зима. Сейчас снова весна пришла. Время час дня. Обед. Точнее, после обеда уже. Фух. Сходил в магаз. Купил себе арахис. Жареный, соленый микс-бар. После обеда будем его употреблять. Позвонил бабуле утром по дороге на работу, поздравил ее. Она была рада, я прям безумно. Вот, только я позвонил бабуле, вижу, там крошел по той стороне, по Дубининской. Впереди идет такая попочка. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Симпатичная. Так, думаю, надо обогнать ее. И посмотреть, может, она красивая. Обгоняю. Ну, там не прям, чтобы красавица, да. Ну и симпатяшка, симпатяшка. Ну, я говорю, привет, привет, ля-ля-ля-ля-ля. В общем, девушка шла на собеседование. Чуть-чуть дальше моей работы. Проходим мимо Роснефти. Она говорит, ты здесь работаешь? О, говорит, как хорошо. Я говорю, не-не-не, я дальше работаю. Вот. Но, тем не менее, выпить со мной чай она не захотела. И кофе тоже не захотела выпить. Мы с ней распрощались. Я говорю, ну давай, удачи тебе на твоем собеседовании. Ну, спасибо. Вот. 100 лет не делал подход, на самом деле. Ну, вы знаете, ничего не изменилось. Все по той же схеме. Тихо, спокойно. Главное, соблюсти внутренний комфорт. Вот. Почки уже набухают, заметили, да? Уже вот-вот распустятся. Идем далее работать. Всем привет! Сегодня у нас 21 апреля 2013 года, день недели, воскресенье. Всем привет! Меня зовут Ермоленко Игорь, вы смотрите видео «Дневник день за днем». День у нас сегодня 21 апреля 2014 года, день недели понедельник.